Привет, друзья! Сегодня хочу с вами поделиться одним из рецептов от кашля, от горла, от соплей, от простуды. Рецепт очень прост, и нам для этого понадобится молоко абсолютно любое, мед и коньяк. Вместо коньяка можно взять какую-то настойку, например, настойку прополиса. И сейчас поэтапно я вам скажу, что нужно делать. Я таким образом избавилась от своей простуды, от кашля, особенно, знаете, когда по ночам удушающий такой кашель серийный, что ты не можешь остановиться. Вот этот рецепт, это самый подходящий от такого вот ужасного серийного кашля. Вот очень хорошо это пить на ночь, и тогда вот точно кашля не будет. Проверила на себе и делюсь этим рецептом с вами. Так, выливаю все молоко, что у меня есть. Сейчас еще добавлю. Добавляю еще. И разливаю везде. Так. Теперь смотрите, наша задача разогреть это молоко. Можно сделать самым удобным для вас способом, как вы обычно разогреваете молоко, это небольшие кастрюльки, либо еще как-то. Для меня удобнее всего это разогреть его в микроволновке. Вот наша микроволновка. Ставлю туда молоко. Молоко должно не закипеть, а разогреться, чтобы оно было такое больше к горячему. Чтобы пенка не пошла, а вот хорошенько-хорошенько разогрелась. Так. Все, молочко разогрелось. Такой стаканчик горяченький. Ребята, и вот еще сливочное масло, которое тоже нам надо в этот рецепт. Буквально добавляем где-то пол ложки. Все, видите? И масло сразу тает. Это значит, у нас молочко хорошо разогрелось. Все, масло отставляем. Теперь нам нужно добавить ложку, хорошую ложку меда. Ложку. Такую вот очень хорошую. Вот она. Все. Так. Мед сейчас тоже растает. Теперь нам нужно добавить как раз вот коньяк. Коньяка мы добавляем примерно не полную столовую ложечку. Вот так вот. Можно заменить настойкой прополиса, либо другой настоечкой хорошенькой для этого рецепта. Запах коньяка, конечно, он слышно, но в молоке коньяка не ощущается, особенно в таком количестве. Коньяк дает свое действие, он помогает, но молоко нейтрализует вкус коньяка, вкус алкоголя, то есть его не слышно. Ребята, очень советую вот такой вот рецепт. Очень советую. У меня ужасный был кашель. Сначала сухой, потом грудной, мокрый. И я вот этим способом спаслась от этого ужасного кашля. От горла. Потому что начала уже и першить, и в горле. Сопли вообще шли ручьем. И вот этот рецепт очень мне помог. Что всем советую. Сейчас идет сезон такой похолодание, потом впереди еще зима, а некоторые еще умудряются и летом простуживаться. Поэтому, ребята, берите себе на заметку и делайте такой вот рецепт: молоко с коньяком, сливочным маслом, с медом. И будьте здоровы! Ваш кашель, сопли, простуда, горло быстро пройдет. Все, будьте здоровы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи всем и крепкого здоровья!